Отец дорогой, во имя Иисуса Христа, к Тебе обращаюсь и к Тебе прихожу. Как приятно, Боже, утром входить в Твое присутствие, обращаться к Тебе, Отец, как приятно. Как приятно встать для того, чтобы прославить Тебя, познавать Тебя, ибо Ты неисчерпаемый Бог. Ты неисчерпаемый Бог. И чем больше мы познаем Тебя, тем больше открывается нового и удивительного. И поэтому те, кто приходит к Тебе по правде, реально, в духе и в истине, они не устают это делать. Они не устают это делать, потому что Ты вечно для нас новый. Хотя Ты тот же самый, что есть и был, но Ты вечно для нас новый. И Ты обновляешь нас, когда мы приходим к Тебе. Пути Твои новые, песня Твоя новая. Ты творишь все новое, Господь. Ты творишь новую реальность сегодняшнего дня. Я благодарю Тебя, Господи, за это, что сегодня новый день, новые ситуации, новые темы, новые мысли. И от Тебя, потому что, когда мы обращаемся к Тебе, Ты нам даешь свои мысли. Помните, как в Библии сказано, если сын попросит у отца хлеба, неужели отец даст ему камень? Шалом, дорогие братья и сестры, я вас приветствую. Шалом, Лидия Каинс. Я сегодня с утра записывал просто ту мелодию, которая родилась вчера. И вчера же я написал слова на нее и записал ее отдельным файлом, чтобы можно было выложить на YouTube. А теперь я вместе с вами, друзья, я хочу прославить Господа вместе с вами, поблагодарить Его, предстать перед Ним, приблизиться к Нему. Потому что когда мы приближаемся к Богу, Бог приближается к нам. Бог мне вчера дал удивительное пророчество. Я хочу с вами поделиться. Я сейчас его вам прочитаю. И потом мы прославим Бога. Потом мы прославим Бога. Я вчера вечером по обыкновению молился. И после молитвы я просто спросил: Господи, хочешь ли Ты мне что-то сказать? И Бог сказал мне так: у меня есть многое, что Тебе сказать, сын мой. Остановись на путях своих и посмотри, верным ли путем ты идешь. Очищайся, сын мой, освобождайся от узости своей, наполняясь Духом Моим. Ты, идет обличение от Бога, ты последнее время осуетился, сын мой, поэтому выбился из ритма. И потому тебе кажется, что с одной стороны ты со мной, а с другой стороны у тебя нет радости. Есть мир, но он как бы не полный, потому что многие вещи еще ты делаешь без меня, сын мой.
А я хотел бы, чтобы ты всю свою жизнь делил со мной. Все ее детали, все мелочи. Я хочу, чтобы ты думал обо мне, сын мой, постоянно. Чтобы ты больше взывал ко мне, чтобы ты больше общался со мной. И таким образом я смогу тебя возвышать, отрывать тебя от обыденности и от суеты, давать тебе свои чувствования. Пойми, это важно. Ты помнишь искусство маленьких шагов? В свое время Господь меня подвел к этой молитве Экзюпери. Ты помнишь искусство маленьких шагов, Экзюпери? Научись жить со мной в мелочах. Научись общаться со мной по каждому случаю. Советоваться со мной. Я так жду этого от тебя. Я так хочу, чтобы ты со мной делился своими переживаниями, своими мыслями, чтобы между нами возник полноценный диалог. Я так хочу этого, сын мой, не лишай меня этого. Я хочу быть твоим Богом во всем, в большом и в малом, в труде и в отдыхе. Общайся со мной. Благословляю тебя во имя Иисуса. Конец пророчества. Я попросил Господа, попросил разрешения зачитать его вам. Почувствовал, что Господь подобряет это, и поэтому я зачитал. Думаю, что кое-кому из вас это тоже будет полезно. Такое напоминание. В общем-то, очевидные вещи, но Господь по факту корректирует путь. Он корректирует путь, Он взращивает нас тогда, когда мы хотим расти, когда мы обращаемся к Нему. А теперь давайте, друзья, прославим Господа. И у меня еще есть одна темка, не знаю, дойдем ли мы до нее сегодня. Означает библейское «не суди». Аллилуйя, Осанна, Аллилуйя, Осанна, Аллилуйя, Осанна, славим мы тебя, дядя. Аллилуйя, Осанна, Аллилуйя, Осанна, Осанна, славим мы тебя. Ты наш Господь, ты наш Господь, великий Бог, великий Царь. Мы поклоняемся тебе, Иисус, аллилуйя. Хвала тебе, Спаситель дорогой. Аллилуйя, Осанна, Аллилуйя, Осанна. Славлю я тебя, ты мой Господь, ты наш Господь, великий Бог, великий Царь, мы поклоняемся тебе, ты наш Господь, великий Царь, великий Бог,
доброту твою, Иисус, и за любовь, за защиту и за надежду. Благодарю за веру тебя, благодарю за все дары твои. Благодарю тебя, Господь, аллилуйя. А ваше браха, 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 браха. Аллилуйя, Отец. Машиях от клефа радеха машиях, абикрамеха формата те клиада, клиада бах от кера шей, амаха пербиала рада де лидия ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Абашита термагерия рада да да. Молимся, друзья, молимся Господу, кто как умеет. Вот я молюсь на языках, энергия бапара, о вахтанеш. Ава дельгия ваткура маштит, ава дельвора бахат клай. Аллилуйя, Джизасы, аллилуйя, Джизасы. Абашия бабарадададада. О, рабад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 ad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 
Осанна, аллилуйя, прославляем Тебя. Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, прославляем Христа. Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, прославляем Тебя. Осанна, аллилуйя, аллилуйя, Осанна, Осанна, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, мы прославляем Тебя. Осанна. Прославляем Христа. Осанна, аллилуйя, Осанна, Осанна, аллилуйя, Царь, Осанна. Шибия в турах, пашия в урах, Шалом, 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 мир Твой нам пошли, Спаситель наш Господь, аминь. Радуюсь я Тебе, Иисус, мир Твой нам пошли, Спаситель наш Иисус, радуемся Тебе. Спаситель наш Господь. Аллилуйя, Иисус. Спасибо, Отец, спасибо Тебе. Спасибо, изливая не мерою Духа Твоего на нас, Духа благодарения, Духа мира, Духа радости, Духа святого, Духа праведности Твоей. Господь, Твою любовь. Мы предстоим перед Тобой и воздаем Тебе царские почести и поклонения, ибо Ты достоин похвалы.
сладко пребывать в присутствии твоем, сладко верить в тебя, сладко общаться с тобой. Я уж не говорю о том, как сладко получать твои подарки, Отец, твои благословения, аллилуйя, аллилуйя, как сладко быть твоим сыном, надеяться на тебя. Цель, мой путь, ты все мое, жизнь моя, ты Господь, в твоей руке, вся жизнь моя в твоей руке, я так тебя благодарю за жизнь, что ты мне даровал, я так тебя благодарю, Спаситель дорогой Господь, я так тебя благодарю, ты мой Господь, Иисус Господь, я так тебя благодарю, я так тебя благодарю, ты мой Спаситель дорогой, Учитель мой, Абаши Маурабах, Экерфора. И когда заканчиваются слова на языке моем, на моем родном языке, ты даешь мне новый язык, Господь, и тогда слова не кончаются никогда. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прославление тебя, ибо ты непостижимый великий Бог, разумом непостижимый. Города, мы можем только приближаться к тебе. Аллилуйя, ты можешь только показывать частички маленькие твоего величия, но они, эти маленькие частички, огромные. Но просто ты не сходишь над к нам, понимая нашу малость и неспособность вместить тебя, ибо это никому невозможно. И открываешься нам по чуть-чуть. Вот как мы порой смотрим на муравьев, они такие маленькие. Неужели они же способны понять весь мир человека, мир его чувств, мир его мыслей? Конечно же нет, но так и мы по сравнению с тобой. Мы маленькие муравьи, но кое-что ты нам открываешь. И я думаю, что нам всегда надо держать перед глазами и помнить об этом масштабе. Об этом масштабе сравнивать себя с муравьем перед Богом. Аллилуйя, Усана. Усана, 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 Аллилуйя, Усана, 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 Аллилуйя, Камат Фара Машиах. Гарфура дреги фармегар, Элькерхуда на Эрватура. Слава тебе, мой Спаситель, песню тебе я пою. Раби Амме, аллилуйя, Усанна. Аллагер на мегер, Шитара на мегер, Камадех. Вы знаете, друзья, в Божьем присутствии все. Не только слова говорят. В Божьем присутствии говорит мелодия. В Божьем присутствии говорит каждая деталь. Птичка за окном, чирикающая, она говорит в Боге. И песня ее значительная.
А вот и мне. Бог открывает истинные масштабы вещей. Ценно. Каждая мелочь, она ценна для Бога в этой жизни. Для нас это кажется мелочью, а в этой мелочи сокрыта Божья любовь. Той же элементарно, в той же чашке кофе с утра, который вот я лично очень люблю по утрам. Мыслю о себе утра без чашки кофе, а ведь в этом Божья любовь. Вы подумали, задумывались? Бог произрастил зерна кофе. Заздалегить заранее, представляя, как такие, как я, его дети будут наслаждаться кофе по утрам. Мелочь, а приятно. Это мелочь любви. Любовь, она проявляется в мелочах, друзья, на самом деле. Вы знаете, вот я этого долго не понимал. Отношениях со своей женой, этой истиной, и я пытался ей как-то по-своему дать любовь, наставлял ее в каких-то фундаментальных вещах, да, а ей надо было совершенно другое. Ну, к примеру, она попадала в какую-то проблему, там у нее была какая-то проблема, я начинал читать проповедь в этой проблеме, а ей нужно было совершенно другое, чтобы я даже просто помолчал, но выслушал, обнял ее. Погладил. Ей нужно было ощущение, ей нужно крепкого плеча. А вовсе не нравоучение. Вот видите, Бог проявляется в мелочах. Говорят, что дьявол кроется в мелочах. Но здесь другой смысл, друзья. Здесь смысл такой, что следите, будьте внимательны к мелочам, потому что через мелочь дьявол выдаст себя. Как и Бог проявляет себя в мелочах. С любовью дьявол проявляет себя в мелочах во зле. И что-то не так, допустим, ну, к примеру, первый попавшийся пример. Приходит к вам человек, блестящий весь, шикарная улыбка до зубов, костюм, белая рубашечка, галстучек, все, ну, пример. Пример. Вот и вдруг вы замечаете, там какую-то мелочь, которая его не красит. Там кто-то, к примеру, разлил кофе, он немножко поскользнулся, чуть-чуть, и как чертыхнется, как заматерится, оп, а потом вдруг сразу опомнился, и вот эта мелочь. И она сразу показывает нам реального человека. Она показывает нам вот картинка, смотри, вот тебе создали картинку, а вот реальное положение. И человек так старался, так и надевал рубашечку, так хотел произвести из себя какое-то представление. А тут раз, и Бог явил ему, Бог показал, что этот человек реально из себя значит. Когда он зло с ненавистью на эту лужу, на того человека, который этот кофе пролил. Вот, друзья, мы подошли плавно, так Господь подвел к теме, с которой я хотел бы с вами, о которой я хотел бы поговорить. Это тема, что означает библейское «не судите». Потому что я обращал внимание, что многие братья и сестры в общении неправильно понимают это место. Они понимают это место так, как будто не суди, значит, не рассуждай. Почему так? Вообще не выноси никаких суждений. Просто принимай все так, как есть. И, конечно же, это совершенно глупое и противоположное истинному пониманию, истинной мысли, которую заложил Иисус в этой Нагорной проповеди, в данном случае, в этой мысли. Давайте прочитаем сейчас Евангелие от Матфея, 7 глава, кусочек возьмем,
и порассуждаем над этим местом. Что такое библейское «не судите»? «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот такой отрывок. И если вырывать из этого отрывка отдельные слова и приписывать им свой смысл, то, конечно, можно заблудиться. Вот часто говорят, вырывают первую строчку: «Не судите, да не судимы будете». И выуживают из этой строчки свой смысл. Ну какой, если взять просто отдельную строчку, какой здесь смысл может быть? «Не судите, да не судимы будете». Смысл один. Вообще не судите. Вообще не судите, значит, вас вообще не будут судить. Но разве это так? Разве вообще нас не судит Бог? Конечно же, это не так. Значит, смысл этой фразы «вообще не судите» — это неправильный смысл. И дальнейшие стихи показывают нам это. Второй стих. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такую и вам будут мерить». Вы задумывались о том, что человек не может вообще не мерить никакой мерой? Ну разве только младенец, который вообще не рассуждает? Что сам процесс мышления основан на том, чтобы какую-то меру создать, меру всех вещей какую-то, какой-то эталон, какой-то критерий, создать какие-то критерии, что хорошо, а что плохо. Начать рассуждать. Крошка сын к отцу пришел и спросила: «Крох, помните, что такое хорошо и что такое плохо?» И это по Библии, потому что Библия говорит, чувство, чтобы мы чувства навыком тренировали, да, там какое слово стоит, к развлечению добра и зла. Для того, чтобы различать, нужно взвесить, нужно рассудить, то есть судить. Что такое? Вот у нас, у многих неправильное понимание слова «суд». Суд – это значит плохо. Нет. Суд – это означает разобрать дело, рассудить. Судья узнает, когда совершает свой суд, что он делает? Он прежде всего, он исследует дело. Он выясняет все обстоятельства. Он выслушивает одну сторону, выслушивает другую. И только потом, на основании вот этого рассуждения, исследования, он делает заключение. Оправдан или виновен? И в чем виновен, и в чем оправдан? Понимаете, наказание – это только часть суда, и то не обязательно. Человек может быть, в результате суда человек может быть оправдан. Так вот, мы хотим того или не хотим, мы меряем жизнь, себя, других какой-то мерой. У одних одна мера, у других другая. Если ты, например, не осуждаешь людей, вот я стараюсь не осуждать людей, то это не значит, что ты не рассуждаешь. Ну вот я приведу пример. Есть один человек у нас в группе, который ведет себя некрасиво. Я много пишу об этом человеке, я обличаю его грехи.
и лицо в лицо обличал, и теперь публично выношу обличение на группу. Но я разделяю. Я разделяю человека и его поступки негативные. Я знаю, что у этого человека, как и у каждого человека из нас, каждого из нас есть и добрые поступки. И я знаю, что жизнь этого человека сложилась не просто, если он дошел до такого. Что-то, значит, у него сложилось неблагополучно. И я понимаю, размышляя, понимаю это, я молюсь за этого человека. Я прошу Бога дать ему благословение, дать ему благо, открыть его глаза, показать ему то, что мешает этому человеку. То есть я рассуждаю, я делаю развлечение. Я не осуждаю человека. Я осуждаю грех этого человека. Но я люблю этого человека, я хочу ему блага. И поэтому я могу его обличать. Вот именно об этом. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Понимаете, вот человек, который не видит бревна в своем глазу, осуждает другого, он не разделяет этих вещей. Он, как правило, между человеком и поступком не видит различия. Человек сделал плохой поступок, для него человек плохой. И он сразу осудил. Ты плохой человек. А сам-то ты посмотри, ты что, хороший человек, если ты того осуждаешь? Но если человек ходит в страхе Божьем и старается вынимать бревна из своих глаз и обличает себя самого, или Бог его обличает, он слышит обличение Бога, такой человек видит, конечно, свои недостатки. Но он видит и недостатки другого. И он может помочь другому исправить эти недостатки. И пятый стих говорит: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Понимаете, Библия не говорит нам не заниматься выемкой сучков из глаза брата, как некоторые делают вывод. Наоборот, Библия говорит нам: выйми сучок из глаза брата твоего. Но прежде, чем это сделать, выйми бревно из своего. Ибо каким судом судишь, таким и ты будешь осужден. Если ты говоришь, что это плохой человек, то и тебя заклеймят, что ты плохой человек. И ты тем самым являешь, что ты плохой. Но если ты видишь, что этот человек просто заблуждается в чем-то, ты помогаешь ему избавиться от этого. В этом смысл обличения. В помощи другому. И в этом отличие обличения от критиканства, от других негативных вещей. Обличать – это значит помогать другому избавиться от его недостатков. Помогать. Вот что значит обличение. Ну, конечно, обличения могут быть разной формы. Может быть, мягкое обличение. Мамочка мягко гладит своего сына, ребенка маленького, и говорит: «Вовчик, я так тебя люблю, ты у меня такой самый замечательный. Но знаешь, что вот так делать некрасиво. Негоже драться с девочкой. Не делай, пожалуйста, это». Вот это обличение мягкое. А есть случаи, когда мягкое обличение, оно не помогает. Это те случаи, когда тебя вторая сторона не слышит. Ты говоришь: «Послушай, ты делаешь зло. Не надо. Не делай зло,
против меня там или против другого. Не делай этого зла. Тебя не слышат. Тогда, как говорит Библия, возьми свидетелей, двух-трех приведи. Пусть свидетели подтвердят, что ты делаешь зло. Свидетели подтверждают, да, это так. Но свидетели не слушают. Тогда ты говоришь, церковь, общение. Вот этот человек сделал зло, вот свидетели, вот это. Пусть церковь скажет. Церковь говорит, если церковь единая, она говорит человеку, ты делаешь зло. Если человек не кается, не признает это, то нормально будет, когда такая церковь говорит, мы тебя отстраняем от нас. Ты не желаешь жить по нашим правилам. Мы тебя изгоняем. Если ты одумаешься когда, приходи, возвращайся, мы будем за тебя молиться. Но ты пойми, что ты не можешь по своим правилам жить в нашем коллективе, потому что у нас другие правила, и ты под них не вписываешься. Да, ты считаешь себя правым, нарушая наши правила, и это твое право. Но наше право не жить с таким человеком, как ты. Наше право не жить с таким человеком. Мы не хотим, чтобы ты постоянно нас оскорблял, к примеру. Мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы ты постоянно там, к примеру, блудил. Мы храним свою чистоту. Мы храним себя от греха. А ты приходишь к нам, называешь себя нашим братом или сестрой и делаешь такие непотребные вещи. Непотребные вещи. Мы тебе говорим, ты нас слушать не хочешь. Ты считаешь, что ты самый правый, самый умный из нас. Это твое право. Но и наше право тебя ограничить. Удалить тебя из нашего общения. И вот тогда происходит хорошая штука. Когда человека удаляют, человек начинает задумываться. Только тогда он начинает задумываться, потому что если люди не говорят ему о грехе, если все стараются молчать, а у нас в общении, в группке вот нашей, во Христе, часть людей именно так и поступает. Они стараются молчать, они видят грех, они молчат, это не мое дело. Я должна всех любить. И что получается? Нет единства. А когда нет единства по отношению ко злу, злу не дается отпор. Должный отпор не дается злу. И зло начинает процветать. Если человека, который безнаказанно делает зло, не обличать, не предъявлять к нему мер, строгих мер, потому что он уже не слышит о них. Если его не удалить, он развратит всю отару. Малая закваска, это закон духовный, малая закваска квасит все тесто. Если не удалить развращенного из среды, он развратит всю среду. Почему? Потому что овцы доверчивые, овцы легко переимчивые. Вот эти законы меняются. Вот такой развращенный человек изменяет постепенно закон. Я вчера разговаривал с братом Хабатовым, ну, письменно, по переписке в группе, и он сказал правильную вещь. Чего хочет дух Иезавели, один из нечистых духов, который часто подсаживается в человека, бес? Чего он на самом деле хочет? Он сказал мудрую вещь. Он хочет изменить ценности. Он хочет то, что мы называли черным, назвать белым. А то, что мы называли белым, назвать черным. Понимаете? Изменить ценности. Подстроить под себя. К примеру, то, что в христианстве считалось блудом, назвать это благом. То, что в христианстве считалось оскорблением, назвать это нормально, это не оскорбление, это просто обличение.
Но обличение делается в любви. А тут вводятся другие законы. Вы понимаете, друзья? Если не удалить развращенного из среды, он развратит всю среду. Это духовный закон. Это духовный закон. И это то, что происходит в нашей общине, в нашей группе. Когда есть несколько людей, явно действующих не по Слову Божьему, оскорбляющих людей, замешанных в плотских похотях, которые не просто блудодействуют, а проповедуют блудодейство. Делают это нормальным в глазах, стараются сделать это нормальным в глазах христиан, то есть заменить ценности, подменить закон. Павел говорит так: да будет таким анафема. Если кто подменяет Евангелие, говорит вам не то, что вы приняли, да будет для таких анафема. Вот это Божье Слово говорит. Анафема. Представляете? Если человеку говорят, не лезь в чужую семью, а он продолжает лезть в чужую семью. Ну как это назвать? Поэтому суд нужен. Но суд нужен по истине и по справедливости, по Слову Божьему. Суд как рассуждение, как сверка поведения человека, прежде всего себя, с Божьим законом, с Божьими критериями, с Божьей справедливостью. И потом, после того, как ты себя, этот меч Божий проходит через тебя, отсекает в тебе все то, что грешно, потом ты можешь с такими же требованиями подойти с любовью к брату и сестре, сказать: брат, послушай, то, что ты делаешь, это неправильно. Если он тебя не послушает, приведи свидетеля. Свидетели не послушают, скажи общине. Община не послушает. Да будет он тебе как мытарь. Изгнать. Другого ничего не остается. Другого ничего не остается. Если человек не слышит, ему говорят, а он не слышит, не слушает, надо перестать говорить, начать делать. И начать делать. Потому что, продолжая говорить, вы забалтываете, вы обесцениваете свои слова. Нет смысла говорить человеку, который не воспринимает слова. Поймите. И мне было больно. Я смотрел, я мучился в себе, когда я видел эфир, один из последних эфиров нашего драгоценного брата Игоря Куца, админа нашего. Когда он там чуть ли не со слезами умолял, уговаривал Оксану Шульгину отстать от его жены. И у меня внутри все переворачивалось. Зачем? Вот ты, Игорь Куц, метаешь бисер перед свиньями. Ты мечешь бисер перед свиньями. Я тебе это говорю сейчас в Духе Святом. Ты мечешь бисер перед свиньями. От этого страдает твоя жена, от этого страдаешь ты сам, от этого страдает общение в группе. Я тебе говорю в любви, как брату, Игорь Куц, ты мечешь бисер перед свиньями. Да поможет тебе Господь, я за тебя вчера молился. Да даст он тебе вразумление, как поступать в таких случаях. Благословит тебя Господь, и да благословит Господь всех вас, дорогие друзья. Пусть Он даст вам мир, пусть Господь даст вам мудрость, благодать. Аллилуйя. Давайте учиться, друзья, пребывать с Господом. Каждую минуту, как можно больше. Давайте учиться говорить с Ним.
по каждой ситуации советоваться, обращаться к Нему. Ибо нет мелочей для Бога. Ибо нет мелочей для Бога. Иисус говорит: я не сужу никого, но если я сужу, то суд мой праведен. Так судит Христос или нет? Вы скажете: нет, Он сам сказал, я не сужу. А почему Христос говорит: отойдите от меня, все делающие беззаконие? Это ли не суд? Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Так как понимать эту фразу? Я не сужу вас, но если сужу, то суд мой истин. Как? А очень просто. Своих Христос не судит. Не осуждает своих, тех, кто ходит в Его Слове. Но непослушных, беззаконников Бог судит. И судит очень строго. Мало не покажется. Мало не покажется. Прихожу к тебе я с хвалою. Небеса твои открыты, а любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, а любовь твоя сильна, как ты велик. Ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты. Как ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Заканчивать прямой эфир. Аллилуйя. Вы можете прославить еще Господа, помолиться Ему в ваших нуждах. А я благословляю вас именем Господним, именем Иисуса Христа. И до новых встреч. Аминь.